В Нидерландах состоялся конкурс красоты «Мисс Вселенная 23». Первое место заняла 22-летняя женщина-трансгендер Рики Колле. Кто же такие трансгендеры? Это люди, у которых социальный и биологический пол не совпадают. То есть мужчина может считать себя женщиной, а женщина – мужчиной. Сегодня на Земле живут около 25 миллионов трансгендеров. Модель Рики Колле родилась мальчиком. Трансгендерный переход она начала в 8 лет и уже после 11-летия сменила имя. В 16 при поддержке родных Рики начала принимать гормональную терапию, а также перенесла операцию по смене пола. Колле считает, что родилась не в том теле. Я преодолела так много душевной и физической боли. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Новая мисс Нидерланды получила корону победительницы в красном платье и не сдерживала эмоций. Соперницы аплодировали ей. Позже в соцсетях модель коротко написала: «Я сделала это». Главный символ победительницы, роскошную тиару, Рики вручали предшественнице Она Муди, а также действующая мисс Вселенная Бонни Габриэль из США. Теперь Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная».